В студии Виталий Матюшин, и я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Букинформ». И прямо сейчас мы расскажем о новостях Бреста. Вместе с первыми днями лета в Брест ярко и празднично пришел конкурс ландшафтного искусства «Город-сад». Оригинальные проекты, разработанные и воплощенные на территории нашего города и призванные сделать его лучше и красивее, презентовали почетным гостям. Но главным и самым масштабным событием марафона стало открытие выставки-ярмарки «Садовый маркет», где порядка 80 участников представили свою разнообразную тематическую продукцию от садовой сельхозтехники, мебели и инвентаря до широкого ассортимента деревьев и цветов. Праздничную атмосферу создавали артисты, а занятия по душе можно было найти на многочисленных интерактивных площадках, мастер-классах и выставках. Одна из локаций, благоустроенных специально для конкурса ландшафтного искусства, находится на набережной. Здесь появился необычный парк валунов. За прототип создания этого объекта взяли всемирно известный японский сад камней. Локация состоит из двух частей, имеющих символические названия – «Поля Беларуси» и «Леса Беларуси». Сад валунов был задуман для того, чтобы человек в этом тихом уголке мог ощутить комфорт и спокойствие. Сегодня начало буквально лета, первые дни лета мы открываем несколько локаций, которые сегодня связаны с природой, которые связаны сегодня с историей. Сегодня они связаны с благоустройством, конечно, города. И я могу анонсировать, еще пока не официально, что Брест, высока вероятность, сегодня займет первое место в республике по благоустройству. Но скоро будет подписан соответствующий документ. Год за годом, месяц за месяцем мы вместе с мэром идем к концепциям, чтобы вот это, так сказать, лидерство именно уюта для горожан. Это же не для нас, как руководителя области или мэра, это все для жителей Брещины, для гостей, потому что город Брест, вы знаете, знаменит великим нашей великой Брестской крепостью, да, сюда едут и туристы, и пускай здесь останутся самые добрые, наверное, впечатления о нашем городе, о тех людях, которые сегодня живут, благоустраивают и смело говорят, что мы белорусы. Лучше Бреста нету места, ведь если пройтись по улицам города, то с уверенностью можно сказать, что он утопает не только в зелени, но и в цветах. А все благодаря фестивалю цветов, в котором приняли участие представители 4 областей – Брестской, Минской, Гродненской и Могилевской. Так цветочные композиции разместились на аллее парка культуры и отдыха. Итогом стараний ландшафтных дизайнеров стали 17 новых цветущих композиций. Рядом же можно было наблюдать 10 уникальных дубовых фигур на историческую тему. Все это результат пленэра «Визитовки гостинного Берестя».